Вахтанг Кирилленко. В нем заявка на учет в конкурсе 54. Маршрут номер 54. Значит, здесь заявка. И перелік транспортних засобів, що планується використовувати на автобусному маршруті номер 54. Кроме того, здесь квитанция об оплате за участие в конкурсе. И список транспорта, который может использоваться для перевезення осіб с обмеженными физическими возможностями. Значит, таких 6. Общее количество транспорта, которое подает предприятие, 12. 12 автобусов, из которых 6 имеют возможность обслуживать людей с ограниченными возможностями. Значит, пакет номер 2.2. Здесь заява на участь в конкурсе, маршрут номер 83. Кроме того, здесь перелік транспортных засобов, что планируется использоваться на автобусном маршруте номер 83. Значит, всего 14 единиц. Квитанция об оплате за участие в конкурсе на этом маршруте 83. И перелік транспорту, пристосовано для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Таких транспортних средств предприятия 9 на этом маршруте. Значит, все, вскрытие прошло. Согласно, предприятие наше...